Самое трогательное видео было снято сегодня в Москве в патрульной машине. 5 суток я не могу сидеть там. Укроп. В тюрьме не будет, блядь, понимаете, вы сами знаете, блядь. Ну, умоляю, говорите. Простите. Дело в том, что Сухроба уже лишали прав за отказ дунуть в трубочку, и теперь ему грозит уголовка. Мужественно рыдая, Сухроб не теряет надежды сохранить честь и достоинство своей задницы. Я же, блядь, не гей, я натурал. Пожалуйста, у вас умоляю, командир. Эта история напоминает нам о милосердии, о необходимости прощать и о том, что если ты садишься пьяным за руль, будь готов, что рано или поздно тебя выебут. Командир! Полное видео с мольбами Сухроба вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в шапке аккаунта. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Наоборот. Сначала подписывайтесь, потом смотрите.